Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, забираем наши опасшие листья, 200 штучек. 200 штучек. Так, что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, есть ли у нас что-то здесь. Так, 21 час осталось, ребята, до подготовки охоты и сопротивления. Я имею в виду до конца этого события. Мне писали вы, что оно вроде бы как на одну заходочку, да? Так и есть, ребята, оно на одну заходочку, и сразу я начну, наверное, с него. Сразу же, шемин там, прям вот пулей. Должен я им тут устроить карнавальную ночку. Значит так, древоруб плюс громобой. Громобой меня тут не особо волнует. Блин, они все стражи, что ли, будут здесь? Стражи — это плохо. По стражам у меня только лишь один спец, это кривоклык. Да, друзья мои, надо это признать. Еще творяет. Еще вытворяет, а? Так, ну я хильнусь, естественно. Угу. Пошел, пошел. Пошель, пошель, пошель. Так, атакуем. Давай, наверное, сделаем так. И добиваем. Так, на последней волне, ребята, у нас с вами два змеевика. Причем красный и синий, да? Ну, синего, наверное, ушат. Ах ты, жук ты навозный. Выкрутился, друзья мои, этот жучара мелкий. Я думал, что мы его шваркнем, но нет. Не получилось, к сожалению, его шваркнуть. Давай так, вот укусиком. Ну что ты там собрался? Ага, он еще себя... Он усилил себе, но поздно. Так, ребята, у нас колесо. 112 миллионов рыбы. Я понял, понял. Так, забираем с тобой загадочный пак. И двигаемся дальше. Охота и сопротивление называется у нас событие. Ага. Так, ну что, я, наверное, начну тогда с дымодышащего. Сами понимаете, синенький — это наш профиль. Мы с тобой заточены против синих. Против синюшек всяких там. Поэтому их, естественно, ребят, в первую очередь и бомбим. Так. Хил же у меня сейчас будет, да? Хил всему голова, запомни. Так, шваркаем здесь и... Ну вот зря ты это делаешь. Ну зачем? Ну вот зачем ты, а? Зачем ты портишь такую хорошую идею, блин? Так, а здесь, смотри-ка, ужасное чудовище плюс мелкий громыль. Через хил, наверное, сделаем. Сюда укус. Так, что у нас там получается? Ну, сарделька, блин, громыль этот, понятно. Короче, сделаем так. Добьем здесь. Здесь понизим атаку. Ой, то есть защиту. Почему, ребят? Ну, потому что он страж. Долго его бомбить. Поэтому надо им всегда, ребят, понижать броню дополнительно, чтобы их быстро-быстро уничтожать. Ну что, давай посмотрим, что выпадет здесь мне. Понятно, рыба. Я уже понял. 1000 тусклого янтаря. А самый главный приз, ребята, 100 листочков. 100 листочков. Вообще, на самом деле, ребята, чтобы здесь получать награды, вот эти вот ежедневные, достаточно заходить в игру каждый божий день. И если ты будешь заходить каждый божий день, ты уже, ребята, по приори можешь получать награды за, ну, как они называются, месячные награды, которые вот идут у нас каждой дневки, да? Вот, потому что в конце месяца там уже автоматически стоит какое-нибудь яйцо какого-то дракона. Вот. У меня не получится, ребята, вот серьезно говорю, заходить в игру каждый день. Ну не получится, что бы я тут ни делал. И как бы я тут ни старался, не выходит. То где-то нет интернета, то я, например, занят чем-то. Ну нет такой возможности у меня, например, каждый божий день заходить в эту игру. Но у кого есть... Тот, друзья мои, будет намного, ребят, быстрее развиваться.
прокачиваться. Но это, я тебе еще раз повторю, это надо жить в ней. То есть хотя бы раз в день ты обязан в нее зайти, забрать все награды, которые тут выдаются, скажем так. И тогда, да, тогда у тебя будет прогресс, поверь мне, очень-очень стремительный. Ничего сложного, казалось бы, в этом нету. Так, укус. Ну что, что он будет делать? Бодается. Так, я боюсь, ребят, на четвертой энергии он пойдет. Он пойдет в разнос. Или к чертовой бабушке на куличке. Одно из двух. Очередное колесо. И нам выпадает загадочный пак. Как же я рад. Ну, загадочный пак тоже, ребята, хорошо, потому что там монеты Одина есть и там подобное. Кстати, у нас 100 монет Одина, нам надо, знаете, что сделать? Нам надо потратить их на ресурсы. Так, Костолом, Кревет, Громель, понятно. Ну что, последние два поединка, это у нас мини-босс, как ты понимаешь, и будет босс. Блин, Древоруб, ладно, Громорог, этот, а вот Древоруб-то мне, конечно, тут... вообще не в тему. Блин, он еще и, ребята, и этот стражем идет. Ёк-макарёк. Ладно, будем сейчас немножко по-другому делать. Да иди ты в пень. Ты прикинь, он его бафает. Ё-моё, на атаку. Ты серьезно, блин? Он его на атаку, друзья мои, бафнул. Офигеть, ты посмотри, как он мочит. Смотри, как он мочит. Так, ну тут хоть повезло. Блин, нифига у нас. Ну, под усиленный атак, ребята, мы отнимаем вообще. Да ты заколебал уже. Так, я сейчас, знаешь, что сделаю? Я сейчас возьму и повешу на него слепоту, ребят. Вот так вот. Пускай он его добивает. А мы добьем с тобой вот этого хламона. Он пока под слепотой, ребят, не сможет применить массовую атаку. Такс. Ёпарас, это еще не легче. Водорестры. Ну давай так вот, наверное, сделаем. Ой-ой-ой-ой, водорез, тройной удар. Зашибись, они почти, ребята, барсика раскатали мне. Барсик еще и с пониженной броней. И этот кривоклык тоже с пониженной броней, друзья, стал. Так, ну что, парень, ты один на один со мной. Да не, должны мы его, ребят, победить. Обязаны просто. Отлично. Ну-ка, порадуй меня. В принципе, рыба тоже нормально. Ничего против не имею. Ну что, друзья мои, последний поединок с боссом. Делали бы они последний поединок с боссом на одной волне, ребят, да? Нет, блин, две волны, ё-моё. Ого. Так, ну тут вот этот вот гаврик нам мешает. Этих мы с тобой быстро разберем. Мини-босс тоже практически ни о чем. Так что приступаем. Сюда. Сюда. Гаденыш, что сделал, а? Так, у нас... Да, у нас... Что ты? Ускорение, ребята, сделал. Он сделал ускорение. Этот будет сейчас опять бомбить. Промахнулся. Отлично. Блин, из-за того, что ребята у них очень быстро скорость. Посмотри, как они очень быстро инициативу, ребят, берут в свои руки. Очень быстро инициативу. Так, он что сейчас делает на четырех энергиях? Просто кусается, да? Давай тогда... Я вообще хоть...
Давай не так вот сделаем. Не дадим ему, ребята, шанса использовать суператаку свою, если он вообще ее будет делать. Понятно. Раз. И два. Ох. Повезло-то нам как. Давай, наверное, с этого начнем. Плюс отхил. Плюс укус. Пластиголовый этот раздражает меня. Это звездрык или как его там звать? Он тоже, ребята, не очень хорош. Он имеет массовую атаку на отравление. Подожди, какое отравление? На не на засыпание. Я вот не помню, на что он там имеет. Блин, вот хоть убей, я не помню, что у него. По-моему, ребят, все-таки у него отравление идет. Массовое. Плохо, что понизил он мне атаку. Очень плохо. Так, он сейчас опять свой фаербол, да? И он все в кривоклыка бьет. Ты посмотри. Хиляемся. Так, ну что, здесь, наверное, нам уже нужно копить. Что-то мне подсказывает, что не успеет мой кривоклык на него повесить слепоту. Его сейчас уничтожат. Опа, он переключил цель. Он, ребята, переключил цель. И это было сделано круто. Ну что ж, друзья мои, последний раз крутим колесико. Забираем с тобой 262 миллиона рыбы. 750 у нас фул. И событие пройдено. Забираем с тобой листочки. 100 опавших листьев. Прикольно. Так, теперь заходим на корабль. И ничего не берем. От слова совсем ничего не берем. Так, ну что, давай посмотрим, что ты нам тут. Вот такое, да, яйцо. Сражение. Бесплатно. Так, он полетел. Древесины нам не хватает. Ну, с древесиной, я думаю, никаких проблем сейчас у нас не должно возникнуть. Слушай, этот колодец запарил уже, ребят. Он постоянно мне выдает только лишь тусклый янтарь. Постоянно. Я сколько вот заметил. Так, что тут у нас? Ну, давай ты. Нет, еще какой-то Финтифлюшкин будет, ребята, меня здесь вымораживать. Да и этот тоже, наверное, да? Естественно, оба спелись. Гитаристы, блин. Гитарист Витюша, блин. Ладно, лети. Огнепек получил уровень. Так, слети за этой древесиной. Ты что мне тут принес? Почему-то даже вот ни на секунду, ребят, не засомневался. Что именно 400 янтаря мне так нужны, что прям вот сил нету. Именно эти вшивые 400 янтарей. Я не могу, ребята, рыбу взять, да? Из-за того, что у нас просто с тобой... Так, подожди секунду, подожди секунду. Сейчас, 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 сейчас сообразим. Этого за древесиной туда отправляем. А этого отправляем за железом. Так, погоди секундочку. Сейчас, сейчас, сейчас. Этого мы отправили за железом. Блин, нехватка дерева. Нехватка дерева, друзья мои. Так, ну что мы сделаем сейчас? Мы можем... Так, level up. Так, идите за древесиной. Страхокол. Так, давай тоже за древесиной вперед, как говорится, и с песней.
Да подожди, у меня же была тьма тьмущая драконов, которую... А, они заняты, ребята, они заняты. Вот этот. Блин, я не могу у него рыбу забрать. Ёпарсоте. Так, давайте я тогда прокачаем. Нет, ты пока постоишь. Мне нет смысла тебя прокачать пока по уровню. Сколько? 3135. Офигеть. А я этого-то отправил ветрокрыла, да? Да, ребята, ветрокрыл отправлен у нас. Два янтаря будет у нас готовых. Так, сейчас, секундочку. 125, 137. Да ладно, теперь, блин, рыбы дофигища. Точнее, не хватает, блин. То одно, то другое, да, получается. Так, здесь вроде бы. Здесь все. Угу. Да что, опять с рыбой? Ну да, опять, ребята, с рыбой завал. Давай, полетел. Тоже лети. Вперед, вперед, мои друзья. Тайфумеранг тут еще. Тайфумеранг там с какого перепуга сидит у меня. Так, а ты же, по-моему, тоже, парень, хотел в свое время прокачаться, вон, да? Мрачно шип. Хотел, да? Скажи, не пускай, да, тебя никто. Нет ресурсов для его прокачки, друзья, к сожалению. Я бы его прокачал бы обязательно. Так, ну что ж, давай тогда здесь заберем. Ох, ничего себе. Либо яйцо, либо тусклый янтарь, и он выбрал яйцо. Похвально. Здесь руны. Похлебку он не стал, да, брать? Другие лагеря. Лети в другие лагеря. Так, здесь. Ну, а здесь тусклый янтарь. Иди заботься о гнезде. И Грамгильда у нас ночные жути. Все, полетела она там к ночным жутям. Надо мне еще этого травяного нашего заюзать. Травяного заюзать. Но здесь все получается, да? Да, ребят, тут... А, вот еще 490 рыбы. Нехватка. Да, друзья мои, да. Мы для чего с тобой копили железо? Именно для того, чтобы этого чувачка прокачать. Ты квиброн. Все. Это максимум, что я мог для тебя сделать, парень. Древоруб, пресеголов, ужас, защитник. Здесь мы забираем с тобой пак загадочный. Кстати, нам надо на почту уже сходить. Там у нас тоже пак лежит. Пресеголов, шторморез, ужасное чудовище. Прекрасно. Так, давай здесь заберем награды. До новой награды 70. Еще один загадочный пак. Потом идет 500 листьев, друзья. Шторморез, шепот смерти, громобой. А может быть, и прав подписчик, который сказал, убери вот эти вот штуки все. Из-за них у тебя, ну, лагает игра. Может быть. Я, наверное, так, ребята, и уберу. Ну зачем они мне здесь нужны? Так вот, если по большому счету брать. Во-первых, занимает место. Во-вторых, пускай они сидят там. Если бы они бы что-то мне давали бы такого супер-пупер офигенного, я бы их не трогал. А так убрал и все.
Что это у нас тут? Эксклюзивный приморозец. 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 Прям так хочется сказать, примадонна. Давай заберем рыбу. И вот у нас, ребята. А, нам еще надо монеты Удина же. Так, острозубчик. Кто там у нас? Лаварык. Слушай, Лаварык уже, я не знаю, там, какой по счету-то? Второй всего лишь? Мне что-то казалось, что намного больше. А вот написано только второй. Древоруб, шторморез, пристиголов. Окей. Так, что я хотел сделать? Я хотел обменять монеты. Я хотел обменять монеты Одина на сокровища. Да ну, ребята, это какое-то издевательство, блин. Эти сокровища, кто мне там посоветовал? Бери сокровища, быстрее накопишь. Да ничего, ребят, быстрее не накопишь. Нету, нету в этом никакого профита абсолютно. Я трачу, и выпадает такой бред, который мы можем просто с тобой найти во время обычных там вылазок. Так что он не оправдывает себя. Я лучше бы купил бы пак с ресурсами. Причем два пака с ресурсами. Либо с древесиной, либо с рыбой. И то было бы профита намного больше, чем сейчас я сделал. Ну что, друзья мои, события мы сделали. И еще раз повторяю, да? Для вас, ребят. Как только какое-то событие у нас появляется... Блин, нафига вот этих вот три штуки у меня? Вот скажи мне. Ферма Яков. Раз, два, три. А в сокровищницу все? У меня сокровищница перебор там уже не влазит, да? Я так понимаю. Точно, ребята? Просто не влазит. Значит, мне кажется, можно уничтожить. Как ее уничтожить-то? Никак, ребята. Ладно, пускай живет. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.